Всем привет! На фоне эпохи кораблей – бан. И вопрос, который в последнее время плавает в чате – что такое банковская ячейка? Банк предлагает нам вложить свои пиастры, и за обслуживание он еще и требует какое-то количество реалов. Итак, разберемся, что это такое. Ну, во-первых, банковская ячейка – это не депозит. Вложенные вами пиастры не будут с течением времени расти на процентах. Если переводить на современный лад, то банковская ячейка похожа примерно на вот такую картинку. То есть вы можете туда положить свои сбережения в виде пиастров, и они будут там лежать мертвым грузом под строгим наблюдением банкиров до тех пор, пока вы их не заберете. Итак, попрактикуемся. Банковская ячейка. У меня на моем аккаунте сейчас она первого уровня, то есть я ее повысил. Вы можете сделать это вот на этой кнопочке. На нулевом уровне это было 100 тысяч пиастров, и обслуживание стоило 1 реал в день. На первом уровне это 2 реала в день. И попробуем ввести пиастры. Максимум у нас 200 тысяч. Давайте 200 тысяч и вложим. Попробуем положить пиастры. Смотрим. Положили. Почему-то пробела только нет. Обслуживание занимает 2 реала в день. Пиастры снялись со счета. Ну и давайте попробуем тут же их забрать. Забираем 200 тысяч пиастров. Забрали, не упали. Однако, как мы видим, реалы снимаются за тыканье туда-сюда. Попробуем еще раз. 200 тысяч, 89, положить, не снялось. А вот когда нажимаете забрать, тогда они снимаются. Вот такой момент. С вами был Клин, спасибо за просмотры. Сберегайте ваши вклады в надежных местах. До скорых встреч!